Но общество сейчас болеет страхом перед ковидом. Штамм за штаммом, локдаун за локдауном. В Беларуси людей лечили, а не стращали. Вопрос главе облздрава. Как дела в регионе? Все по порядку, какова ситуация, потому что люди-то знают ее. Как бы ты там ни рисовал цифры какие-то, хотя я сомневаюсь, что вы пойдете на это. Но тем не менее, какая ситуация и что нужно для того, чтобы спасать людей, если нужно спасать или лечить? Уважаемый Александр Григорьевич, ни в коем случае мы цифры не рисуем. Вы знаете, что никогда, и я лично не замечен был в этих вопросах. Действительно, на сегодняшний день ситуация эпидемиологическая по ковид-инфекции характеризуется тем, что снижается интенсивность заболеваемости. И, как вы сказали, действительно 20% это от максимального порога этого, уже этой от волны. Этого максимума. От этой волны, да, от этого максимума. И на сегодняшний день задействовано всего лишь 800 коек, и мы видим, что активность в этой части снижается. В городе Могилеве это только больница номер один, туберкулезный диспансер и инфекционная больница. Здесь, в городе. В городе, да. И 4 центра районных только на сегодняшний день развернуты как межрайонное отделение для оказания ковид-инфекции. Трудно идти в одиночку, и когда на тебя все шишки валятся. А сейчас любые мои замечания в ваш адрес ВОЗ выдается как достижение. Ну, к примеру, бывая, сколько там, Наталья Николаевна, 18 раз или 19 побывали у ковидных палат? А? Да, почти два десятка. Слушайте, ну что мы над людьми издеваемся? Давайте хоть проветривать будем эти палаты и разрешим им ходить по коридору в красной зоне. Через неделю ВОЗ выдает рекомендации. Он же у меня был этот. Дважды начальник региональный Клюгель, он выдает это как великое достижение и выдает рекомендацию проветривать. Я Пиневича министра заставляю, откройте запасной выход, пусть люди выходят на улицу ковидные, пусть они дышат свежим воздухом. Когда я пошутил, помните, в прошлом году, в каждой шутке есть только доля шутки. Трактор нас вылечит, в бане посидеть сухой, у костра, ну, 100 грамм, первый глоток прополоскать, рот плюнуть, а второй выпить. Ну, правда, у нас же не плюют. Пополоскали рот и выпили все. Ну, ладно, хоть так. А я же ведь оказался прав. А то мы руки водкой моем, а водкой дышать плохо. Ну, а вообще, просто надо нормальный образ жизни вести. И не греши.